кассетный аудиоплеер Panasonic. Panasonic — японская фирма, но он был куплен уже, наверное, в конце 90-х, когда Япония, так сказать, уже сюда мало чего везла напрямую в розничные магазины, так что это чистый Made in China. Возможно, подделка. Возможно, произведен в Китае по лицензии Panasonic, неизвестно. Но когда я его слушал, он как бы проявлял неплохие звуковые качества, воспроизводя музыку. Особенно мне нравится здесь вот этот обычный, необычный такой, очень простенький эквалайзер. Дело в том, что он довольно-таки элементарно, вот если так, то как бы все частоты идут флат, то есть ровненько. Щелкаешь эту кнопочку, сразу же добавляются высокие частоты, средние и низкие. Причем очень это как бы ощущается очень хорошо, какие частоты добавляются. SBS, как бы стандартный набор, play, перемотка туда, обратно, стоп. Сзади прищепочку я потерял уже. Сюда вставляются две пальчиковые батарейки, 1,5-вольтовые. В общей сложности плееру для питания нужно 3 вольта. Трек хватает, часа на 4 алкалиновых, смотря в зависимости от качества, в зависимости от того, с какой громкостью вы слушаете. Так, здесь находится вход для наушников обычных, регулятор громкости и какой-то переключатель. Вход он переключает тапы норм, тапы хик, и для меня, честно говоря, непонятен. Ну, это не важно. Главное, играет хорошо, прилично так. Я иногда его даже слушаю, но сейчас он мне понадобится для других целей. Так, всем спасибо, всем пока.